Денис, начало получилось очень таким достаточно бодрым. Были мысли, что так все сложится в итоге? Нет, конечно, если честно, не ожидали, что так получится, но это футбол, это игра, и вот так обстоятельства сложились, что сегодня проиграли. Ну вот гол забил, ты расскажи, как это получилось. Ну, мы делали высокий прессинг, я думаю, все компактно пошли в прессинг и отобрали мяч. По-моему, Алексей Миранчук отобрал мяч, отдал Кузяеву, и Долера меня увидел открытым, отдал мне пас, я забил. После второго гола ты очень был расстроен. Это из-за того, что передача не удалась, да? Ну, я допустил большую ошибку, из-за которой пришел гол. Конечно, такие ошибки нельзя совершать на таком уровне, потому что, ну, тебя наказывают, тем более после удаления давалось тяжелее играть. И, ну, короче, надо делать выводы, и нельзя так ошибаться. При 2-1 сборная России взвинтила темп. Могла вообще, могла сыграть в ничью в этом матче, как думаешь? И что скажешь про характер, ребят? Если честно, так как давалась игра, я думаю, мы и выиграть могли. Во втором тайме ребята вышли биться до конца, ребята старались, и было несколько моментов, которые не смогли реализовать. Конечно, очень обидно, что проиграли, но думаем уже о Сербии.